Ну вот директор Владимир нам любезно согласился подарить бочку матюля. Это не голда? Я не знаю. Я не разбираюсь в больших хороших мотоциклах. Он похож. Что, поедем? Потихонечку. У меня только, когда нолик горит, заводится. Володя, привет! Привет! Теперь ты в кино! Куда едем? Я за тобой, в общем. Налево, да? Пух летит, летит пух, летит пух, а мы едем, летим потихонечку, по чуть-чуть. А у Николая скутер Вента, 150 кубиков, по документам 50, документы хрен кабанчик рыльца подсунет, и маркировка двигателя 50-кубового, и доки там все, и шильдики, бляха. Думаю, что такое, у меня бензин закрыть задергался. Сейчас мы едем на рынок к Николаю, Борису и дяде Славе, конечно же. Поедем по это самое почтение им свое воздадим. В общем, едем, посмотрели на мотоцикле, пообщались с директором Курскмото Владимиром, который любезно согласился подарить бочку из-под масла «Матюль», вот, совершенно бескорыстно, так что большое спасибо ему. В общем, едем сейчас мы на рынок. Этой улице я вообще ни разу в жизни не ездил, вообще, вообще, как говорят придонки, вообще. Так, время у нас где-то чуть более часа дня. Для тех, кто это не в курсе, у нас время московское. Сейчас прочту название. Суворовская улица называется, улица Суворовская. По ней мы едем.
тут и улица Суворовская, там я ехал, выезжал, когда ехал до магазина, на переулок Суворовский. В общем, вот так вот. Николай местный чувак, он знает дороги эти. Это я тут, можно сказать, впервые на эстраде. Фигурное катание, сука. Ой, извините, чуть не рванулся. Дядя Слава на машине. Что-то его нету. Может, он там? А? Пошли туда поедем.
нету. Снова туда поедем. Ну там, у него подождем, да? Не надо такие глаза делать. Когда последнее забираешь у дяди Славы, молча. Здорово, дядя Слава. Здорово. Честно сказать, хорошо, я так и думал. Что будет, если я встречусь? А ты смотрел на меня, ты не видел, что... А я не узнал тебя, если честно, пошел. Сезон побудешь, поэтому... В конце сезона... Две пачки сигарет выгонят оттуда нахуй. И добирайся, как хотишь сам. Крылого массива, блин. А кругом лес, тайга. Ну тайга, блин. И сопки. Только сказал слово, не могу или как сделать. Все пиздец, нахуй. Сразу Вася. Сразу на кичу сразу, уже, да? Уже все, уже это не работник там. Нет слова такого, не могу или как сделать. Где взять? Тебе дали задание, ты его выполняй, как хотишь. Ой, да не волнуй, какими путями ты будешь подходить к нему. Это что-то такое новое тут, да? Не могу. Что машина стоит, как он называется? Это вроде регистратора, да, только, да, типа регистратора, только регистратор говно всякое снимает, а я хороших людей. А, ты что хочешь, хороших людей. То все подряд. Ну ладно, давай. Давай. Алло. Здорово, Володик. Здорово, Дим. Ну что, ты там дома? Не, мы возле дяди Славы вот стоим тут. Давай. Ну все, давай. Димон. Димка, да. Ну я поеду туда. Еще. Ну заберешь. Я наберу тогда. Заберешь. Ладно, все, не прощаюсь. Две бочки наклейки. Слышишь? А ты можешь... Ди... Наклейки, Дим, да? Дим. Хозяин. А ты не можешь банку кофе купить им, отвезти? Кстати, кофе если попить, там же тоже есть. Да попить или... нафиг нам попить. Подожди, а вот что? Вот там пятерочка стоит, там напротив. Ё-моё, мы тут снимаем все.